должны быть кроссовки. Вы вообще как-то понимаете, что происходит на этой площадке? Наталья, это не то, что ты подумала. Да я все правильно подумала. Ноги внизу, руки наверху, лица все наверху, как там могут быть ноги. А в это время мы считаем со зрителями, мы прикованы взгляды просто. Итак, к сколько? Этому парню. Шесть раз. Слушай, Михаил, а нормально там 12. Андрей, еще один. Андрей, это не рюмка. Это подъем рюмки. Кстати, сегодня день граненого стакана. Слушай, мне кажется, что сегодня день Якуля. Это так красиво, как в цирке. Это как это такой номер красивый получается. Андрей, вообще. Да. Слушайте, а давайте сразу приз дадим вот за это красивое. Поднимем бокалы, друзья, за день города, да? Молодцы! Андрей, вообще все